Генеральный спонсор прогноза погоды – торговая марка «Помпа». В воскресенье в Самарской области сохранится жаркая погода. Малооблачно, возможен небольшой дождь. Днем плюс 31, плюс 33 градуса. Ночью 22-24 выше 0. Ветер восточный, юго-восточный. Скорость 1,3 метра в секунду. В Сызрани малооблачно, небольшой дождь. Днем плюс 32, ночью 22 выше 0. Северо-восточный ветер 2 метра в секунду. В Тольятти небольшая облачность, осадки в виде дождя. Температура воздуха днем плюс 30 градусов. Ночью 24 с плюсом. Ветер южный. 1 метр в секунду. В Самаре малооблачно и без осадков. Днем плюс 31, ночью 22 градуса выше 0. Ветер юго-восточный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 32%. Температура воды в реке Волга 25 градусов. Геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.